Педагогический эксперимент в Арзамасском районе. Свой подход к ученикам нашел учитель английского Денис Лопаков. За хорошую учебу по своему предмету школьников он решил поощрить. Если закончат учебный год хорошо, то педагог разрешит им разукрасить свою машину. В итоге успеваемость учителя порадовала, и обещание он сдержал. За дело взялись все ученики и младших, и старших классов. И вот что получилось. Радиатор желтой краской замазали. На стеклах рисовали. Надписи всякие там. Я учитель. Ниточек не хватали, ругались. Пальцами красили. Да, ладошками. Весело. 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 Третья четверть, она самая большая, и они устали, начинали уставать. Я думаю, чем же их замотивировать? Смотрю на них и думаю, вот говорю, если вы будете хорошо себя вести, если вы будете заниматься хорошо, я в конце года дам вам разукрасить свою машину. Они, да ладно. Пришел последний день нашей учебы, я прогнал машину к крыльцу и сказал, пожалуйста, разрисовывай. Мы все сначала не поверили, ну как так, машину раскрасить. Вот здесь на заднем стекле было написано «The best teacher». Ну, лучший учитель. Самое главное, что без ошибок. Меня это радовало. Я поездил 2 дня по городу. Я ездил, но предупредили, сказали, что нельзя по закону. По некоторым нюансам лучше не стоит так делать, ввиду, чтобы не отвлекать других участников дорожного движения от дорожного процесса в избежание различных курьезных ситуаций, ДТП. Необычно, креативно, но посмотрим, что из этого получится. Будем надеяться, что на следующий год дисциплина и успеваемость значительно повысится.